Всем привет! Ну вот очередная проблема у меня с производителем Haier. Недавно я выкладывал видео по поводу холодильника, вот этого самого, вот с этим брендом Haier. Вот, можете посмотреть у меня на странице, там два видео есть, как я его чинил, как он у меня ломался, какие были поломки у него относительно новый холодильник. Вот, в тех видео я рассказывал, что у меня вот этот телевизор Haier тоже относительно новый. И были с ним проблемы. То он зависал, переходилось прям, даже на пульт не реагировал. Приходилось выдергивать из розетки, чтобы перезагружать телевизор. Интернет тоже ужасно работает. Хотя я роутер поменял, все поменял. Он мой сыночек, давайте. Вот, поменял роутер, все поменял, все равно ужасный телевизор. И сейчас два дня уже, вот как вы можете видеть. Так вот, все передачи на кухне мы смотрим через компьютер. Привыкли просто, что на кухне телевизор. Вот. А этот телевизор у меня сгорел два дня назад. Эти два дня я искал подходящий сюда телевизор. Хотели, конечно, его делать сначала. Думали, что лучше, купить сюда новый телевизор или сделать этот. Естественно, мы его сделаем, этот телевизор, но я его уже вешать сюда не буду, я его увезу на дачу, потому что на дачу мы тоже подсматривали варианты, чтобы туда какой-то повесить. Ну, заберем этот. Здесь горела светодиодная подсветка телевизора, то есть она в районе 6, от 4 до 6 тысяч, в зависимости от марки телевизора. Я еще не относил ремонт, у меня знакомый занимается, и вот сказали 4 до 6 тысяч замена подсветки. Ну, говорю, я его сделаю, но не сейчас, сейчас я его соберу, просто увезу, а сделаю попозже. Сюда будем покупать другой, тоже 32 диагональ, с Wi-Fi, очень упакованный телевизор будет. Ну, я не скажу, что прям совсем бюджетный, но неплохой телевизор. Марку телевизора я вам скажу попозже. Вот, мы не будем теперь покупать бренда Haier, ни одной больше покупки у нас не будет, я зарекся, потому что, говорю, одна, вторая прям один за одним летят. Вот, может, это мне так попалось, но, по крайней мере, я точно для себя решил, что покупать я этот бренд не буду. Вот, жалко, конечно, у меня там в спальне, в зале висят телевизоры других марок, не китайцы. Когда еще было время, мы покупали телевизоры нормальных марок. Все, сейчас их очень тяжело найти, поэтому мы долго искали, сейчас вот два дня ковырялись, искали, нашли телевизор, поедем покупать с супругой завтра. Вот, и вы не уходите, вы поедете с нами покупать, будем выбирать, расскажем, какой телевизор мы купим, по какой цене купим. Вот, его с вами же установим, посмотрим его функционал, посмотрим, как будет работать. Но по характеристикам и отзывам телевизор неплохой. Так что заходите на мой канал пока, смотрите на поломку Haier. Если вы еще планируете что-то покупать, я не знаю, мой совет, выбирайте что-то другое, что проверенное. Вот, поэтому что, собираемся за телевизором? Поехали. Ехали мы за телевизором, вот погоду выбрали. 23 градуса сейчас на градуснике, ну ничего, один из супермаркетов, один из сетей магазинов. Приехали, сейчас пойдем выбирать телевизор. Итак, пришли мы в магазинчик, вот, думаю, вы видите все название, какой магазин. Смотрим телевизор, какие есть, сразу китайцы, вот такую фирму мы отбрасываем. Смотрим наш, зашли сейчас в другой соседний магазин, там понравился нам большой телевизор, вот примерно такого диагонали, уже хотим поменять в зал, но тоже ту фирму, которую мы хотели в кухню, то есть та фирма, мы ту фирму хотели, то чтобы, кстати, LG спрашивали, LG не берите, потому что они в России не обслуживаются, у них нет сервисных центров, поэтому тоже имейте это в виду. Вот Haier 69 тысяч, видите? Вроде неплохой, но китаец. На китайцев мы точно сейчас не смотрим. И надо смотреть, где они обслуживаются. Вот LG, видите, почему цена такая? Потому что они не обслуживаются в России. Но, кстати, неплохой телевизор. Сейчас мы найдем, попробуем Toshiba найти. Что, вот 74, смотрите. Toshiba, вот она. 74 990. То есть это у нас вот этот магазин. Вот он, Toshiba. Вот он, скидка. Что мы здесь имеем?
Мы здесь имеем ВИДА, то есть операционная система. Срок гарантии год. 124 стоил, 74 стоит. Это какой? Интересно, это то, чтобы наш, который мы хотели. А вот у него пульта нету такого. Только мы немножко не такой хотели, поменьше. Этот у нас какой диагональ? Это у нас, я даже не вижу диагонали, если я сейчас размерюсь. Диагональ не вижу, но большая диагональ. Вот то, чтобы, который мы хотели. Вот эту фирму мы хотели. Фирма очень хорошая, говорят, и обслуживается в России у нас. Поэтому, если будет что-то выбирать, вот такое. Ну, сейчас мы что выберем, вам покажем. Что просто сейчас пройдемся, посмотрим, что еще здесь есть. Вот LG. За 69 тысяч. LG я смотрел там, да. Но это LG, они не обслуживаются. Вот Хайер вроде, картинка неплохая, да, 115 тысяч. Но я боюсь, Хайер сейчас придет. Вот Philips 72. Хайер опять. В общем, выбрать можно что. Но мы остановились на то, чтобы обслуживается. Качество шикарное. Будем сейчас смотреть. Сейчас посмотрим наш 32-й диагональ, который мы хотели. И будем выбирать. Либо мы заплатим, на кухню поставим на 32, либо мы купим в другом магазине. Я покажу, какой телевизор. На нем ходим, пока думаем. К сожалению, этих телевизоров не оказалось. Вот сын мне помогает, принес даже. Вот, но под заказ можно. Приедет этот телевизор 15 числа. Будем ждать, когда мы будем забирать его, мы продолжим с вами съемочку. Все, ждем. Итак, прошло время с даты заказа. У нас где-то 8-9 дней. Вот, обещали нам прислать смс-ку с магазина, но так и не прислали. Должны были прислать 15 числа. Мы не дождались, поехали сами сегодня проверить, что у нас с смс-кой. Еще где телевизор наш, в общем, едет. Они говорят, он уже приехал, забирайте. В общем, мы его забрали. Вот такой телевизор мы купили. Мы купили Toshiba на Android 11 у нас идет. 32 диагональ. Вот, Smart TV, управление голосом. В общем, вот такой телевизор пришел. Еще не распаковывали, только приехали. Вот сейчас мы его распакуем. Посмотрим, что в нем есть. Сразу включать мы не будем, подождем время. Потому что на улице у нас сейчас минусовая, причем такая за 10 минус. Вот, пускай отстоится немножечко, постоит комнатную температуру. И снимем этот телевизор и будем вешать его. И мы посмотрим потом, какой у него функционал. Что он умеет, как показывает. В общем, будем настраивать вместе с вами. Итак, давайте его распакуем. Посмотрим комплектацию его. Посмотрим его комплектацию. Вот такой пульт интересный. Кстати, такой пульт я первый раз вижу, да, чтобы с такими кнопками. Да? Посмотрим. Пульт. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. С ходами у нас есть интернетовский, антенна, карта, два порта USB. Вот. Давайте сейчас. Снял я телевизор со стенки. Вот он Хайер, вот он Toshiba. Мне почему-то кажется, визуально все-таки
что шуба больше смотрится, чем хайер. Я сначала на стенке думал, смотрится хайер больше, чем тошуба. А сейчас их снял, поставил вместе. Вот этот визуально больше, но размер одинаковый. Поэтому сейчас мы повесим его и посмотрим, как будет показывать, настраиваться будем. Картинку его посмотрим. Вот. Давайте сравним их задние части. Здесь у нас крепление широкое. Широко, видите, расставлены как. И большие. Даже у меня шестерка, восьмерка, шестерка, наверное. Здесь у нас, вот они, маленькие какие. Здесь глубоко не заходит. Я когда крепил, у меня вот такие крепления, да, вот они. То есть она, если ставила, вот там приходилось закручивать внутри. Одну там, одну здесь. Сейчас покажу, как я мастырил. Вот смотрите. Мне вот такой маленький приходилось, до конца он не закручивается, приходилось еще гайку ставить, в общем, занимался самодеятельностью. Вот, здесь вот так вот он висел, крепился. А здесь он будет, я прям когда перевернул, испугался, думал, у меня не хватит крепления, придется покупать кронштейн новый, но нет. Вот он получается, становится сюда и становится сюда, все прям четко. Прям вообще, ну, есть, конечно, разница в исполнении телевизоров. Вообще, сейчас будем вешать. Вот, мы не достали еще документы. То есть паспорт. В комплекте еще идет паспорт, батарейки и вот винты, которые мы сейчас будем закручивать. Ну все, вроде вот эта комплектация. То есть ножки, пульт, сам телевизор. Ну это тюльпаны, переходник. Без косяков не бывает и здесь. Вот столкнулся с первой проблемой, которые вот они шли в комплекте. Винты М4 на 16. И вот что получается. Опа. То же самое. Благо у меня есть. Сейчас будем искать что-то. Подберу. Я так и знал на вид, что это, наверное, шестерка. Даже восьмерка. А это четверка. Поэтому тоже в комплекте. Не комплект. Не то, что не комплект. Неправильно положили. Вот что у нас получилось. Нашел эти четыре таких болта. Десятка. Головка, шестерка, резьба. Вот, поставил, затянул. Все, сейчас повесим. Вот, включил его в розетку, он сразу заработал. Было то, что написано. Вот он настройка, даже еще пленку не сорвал. Посмотрим, что будет. Как дальше посмотрим, давайте. Ну вот, наконец-то повесил телевизор. Много не буду говорить. Телевизор мне понравился. Вот есть приложение. Здесь можно также загружать эти приложения, магазины, все, что хотите, видео любые. Это главная страница. Сейчас. Вот, сюда пойдем. Главная страница, тоже здесь всего куча. Это сейчас поиски. Вот, поиск. Также можно здесь управлять вот этой кнопкой. Сначала надо активировать пульт, и можно управлять телевизором голосовыми. В общем, голосом можно управлять. Первое. Второе, можно управлять телефоном. Я уже телефон свой подключил. Можно управлять телефоном. Вот. Так, что здесь еще есть? Вот выход, допустим, на просто кабельное телевидение, спутниковое телевидение, какие есть. Свое телевидение. Здесь тюнер стоит, поэтому можно антенну даже не подключая. Вот. Пульт очень удобный. В общем, функционал огромный. Будем изучать. Сейчас, пока у меня времени нет, если у кого будут вопросы, то может что-то дополнить к этому телевизору. Поэтому жду комментариев, ставьте лайки вот по этому телевизору. Телевизор мне понравился. В общем, шикарный телевизор. Всем пока!